Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новую серию битвы кейсов, да, играем всегда на Сисиде, клана сервер номер 2, и, конечно же, сегодня уже в пятый раз со мной сражаться будет Ярослав, по батьке не помню, но знаю фамилию, Гугенотович, нет, наоборот, это получается, отчество, в общем, да, здрасте. Ты на монтаже пропал от такого. Че, на монтаже пропало, что? Ты пропал, у меня даже это голос твой, да, здорово. Ну, короче, это, я сегодня взял специально семерочку, чтобы, как бы, ну, знаешь, пятый раз тебя унижать, как бы, такое уже, поэтому... Это уже не смешно, да? Кстати! Нет, я готов, кстати. Ну, нормально, да. Готов? Да смотри, да, у тебя, если что, он еще две шавермы мне должен. Он три отдал, как бы, уже, получается, вот с прошлого раза, а еще две должен. Поэтому что... А сегодня-то... Да. Да, а вот чем? А что? А я не знаю. Я тоже знаю. Бля, да что, реально? Бля, сейчас такие в итоге полсерии думаю. Бля, реально, что? Бля, реально, что? Бля... Ну, давай, короче... Бля, я не знаю. Короче, блядь, я не знаю. Может, комментарий что-нибудь напишешь, интересно? Типа по комментариям решим? Ну да. Ребят, ну тогда... Самые залайканные там, либо... Ну, блин, ты знаешь, что будет? Там ну, это, потом... Тем более, сегодня большой шанс, что я проиграю, как бы. Сегодня пятый раз, я не думаю, что ты... Какой-то, я не знаю, там... Я не знаю, что... Ну, короче, ребят, если что, на всякий случай напоминаю, что 4 раза подряд Ярик проиграл. Причем, кстати, так, ну, я не скажу, что там на 10 рублей, ну, в смысле, разница была в итоге, а как бы нормально. Постоянно много, там, от 10 лямов. Да. Ну, короче, ребят, напишите, мы что-нибудь такое аккуратненькое выцепим, потому что, ну, вот из комментариев, давайте вот там вот прям что-то самое такое интересненькое. Все, F10! А ты не сказал, что мы открываем вообще сегодня? А, да, сегодня мы открываем. Ну давай, ладно, давай. У тебя же хватает тоже по 10? Да, да, да. Все нормально, точно. Ты скажи, что это, типа, ну мы будем, ну, типа, Широн, туда-сюда пытаться. Опять. А, ну нет, это я само собой, я просто так торопишь события куда-то. Я полетел уже молодой, я смотрю. Короче, да, мы сегодня пытаемся выбить Широн в очередной раз, потому что, как бы, ну, уже как бы хотелось бы на всякий случай хотелось бы кому-то, чтобы выпал Широн. Я даже, знаешь, пожелаю тебе удачи, вне зависимости от того, давай, что... Давай, стой, одно что? Условие. Опа. Вот серьезно, если тебе... Так. Упадает семерка, мы ее не считаем. Нет. А сколько, 3 раза подряд, да, она? Или все разы она тащила? Я вот не она помню. Она тащила 2 раза. Первую серию и последнюю. Из последнего кейса. Ну, посмотрим. В общем, 10 гипер и 10 новинок, потому что в них как раз-таки есть возможность выбить Ширончик, и, соответственно, я готов новинок открывать. Я думаю, мы будем это, слышишь, чередовать, да? Ну, типа, сначала один. Ну, давай. И давай с новинок начнем. Давай с новинок. Готов? Это запись, ага. Запись готов? Есть. Готов? Стой, подожди. Новинок или кой? Чё? Новинок. Новинок, давай. Готов? Давай. Раз, два, три. Поехали. Так, ну это напряжённая картина. А, ты, кстати, в курсе? Ты же заметил, что в предыдущей... О, нормально, кстати, тебе чё? S14. Хорошее начало. S8. А, это когда хорошо, смотри, кто начинает херло. Не-не-не, подожди, так не работает. Ты заметил, что в предыдущей серии, я когда мы что-то обсуждали, типа, насколько я в отрыве, я сказал 15 лямов, и там реально 15 лямов. Да-да-да. Это было прям круто. Готов, гипер? А, я что-то новичок открыл. Новичок, да. В смысле, ты открыл? А, ты его открыл? Не-не-не. Все, понял. Давай, открывай. Раз, два, три. Да я уже открываю, да. Что тут спешить-то? В смысле, наоборот, это. 918-й. У меня скин. В смысле, да, нахер. Понятно, футболка. А у меня тоже. Она, по-моему, 7500? Да, ну это нормально. 1 250 000. Можешь одеть? 1 250 000. У тебя не донатер, значит, у меня донатер футболка. Не, у меня другая, да. 1 250 000. Значит, я впереди, получается? Я надену. Я впереди, фига. Получается. Новинок. Раз, два, три. Давай. Ух! Ой, я такое сейчас эхо по комнате было, пиздец. А, нормально, кстати. Что? Мне вообще ничего. В смысле, не упало вообще? Вообще 14, у меня 3 раза сменилось, но да. Не упало. То... В смысле? Я говорю... Так что упало-то? S14 опять, говно. А, X5M, E70. Я говорю, что я не удивлюсь, если, допустим, я сначала выпадет Агера, а потом тебе по случайности Широн какой-нибудь, знаешь? Бля, ну это был бы эпичный очень выпуск. Ну это... Гипер это готов? Не эпично, ни разу вообще не. Раз, два, три. Бля, ну прикинь, реально, в одной серии кто-то выбивает и Агеру, и Широн, ну, ты... это прям... У меня не прогрузилось, кстати, что там. У меня вообще говно было. А, S5? А, RS6, C8. Ну, кстати, да не, наверное, да ты... Да не. Пока не. Еще нет, думаешь? Пока еще нет. Новинок, готов? Пока еще такое. Давай, считай. Ну, по десятке открывай уже. А я не считаю, давай. А, ты уже открываешь? Да. Пиздец, кросс-стрел, блин. Ты прикинь, у меня вообще ничего не вертится. Ну, типа, цивик сейчас. А, нормально? S14. S8. Алло, услышал?
Блять. Это гипер готов. Слушай, может, рекорд побьем там до серии 20? Блять, это реально смешно. Раз, два, три. Гипер же? Гипер. Да, гипер. Шука, гипер. Так, о, 900, этот, 18-й, блядь. Подожди. Нет, я не верю. М5-60. ГТР, кстати, ГТР, ну ты потихонечку, помаленечку, маленькими такими верными шашочками. Сашочками. Так, давай новинок. Давай, считай от 5, от 5 давай. 5, 4, 3, 2, 1. Смотри, сейчас Широн вертится. Смотрим, смотри, Широн вертится. Ага. Да, не... угу. Да, Широн. Не, у меня говно полное. Ну, в смысле, есть, конечно. Супра, 90. Новая Ешка 63. Смешно, да? Ну тебе смешно. Ну это потому что я открываю гипер, короче, просто уже все, я почувствовал победу. Смешно. Уже запах, запах прям. Ах, прям хорошо, хорошо. У меня есть AMG GT. Ешка старая, 63. Блять, а как так происходит? Сейчас вообще конкретный отрыв. А прикинь, тебе семерка сейчас упадет в BMW в итоге. Нет. Давай, считай новинок. Новинок, давай, да я открываю уже. А, ну ладно. Блять, это очень смешно. Пятый раз, как бы, это уже... S8 вертится, вау. Да, ничего такого. Ой, S8, вау. X5 ME70. У меня, кстати, ни одно говно не упало, вообще ни одно. Вообще ни одно. Поздравляю, я тебя поздравляю, конечно. 3, 2, 1, гипер открыт. Так сказать. Я еще в процессе. Не, ну в смысле, я открываю. Почему в гипере вертится? Супра новая. Skyline. Новая супра. Я это вообще конкретно сейчас позади. Слышь, может, пошел топ какой-то? Может, меня не в ту сторону? Новинок сейчас? Открываем, да. Раз, два, три. Ну чё? Сейчас будет жарко. Ешки для нового. Можно ешку, пожалуйста? Две, ну две. Блядь, С14. X5 ME70. Мне просто, у меня попадается говно, но оно не выпадает. Оно типа вертится, и все нормально. Гипер. Давай, смотри, на счет 4. Слабо? Давай ты смотри, смотри, ты четный, а не четный. Один. Ты. Понял, я понял. Давай, давай, давай. Один. Два. Три. Четыре. Что за хуйня? Типа уже тактика новая какая-то. Ну, кстати, ничего пиздатого, кроме 918-го, у меня не вращалось. Кабан. AMG GT. Блять, ты понимаешь, из всего, из GTR, из GT63 мне падает этот Shelby. Но у меня кабан. Так, новинок, давай, раз, нет, два, блин, три. Этот старческий кейс. Ну типа нет, блядь, старческий. Ну типа кейс новинок, нет. Смотри, сейчас версия Ешка, Ешка. А, четырка, ну конечно, четырка. Новая Ешка, что ты. Не, может, ну нафиг, все, типа, ну. Блядь, это вообще конкретный отрыв, ты понимаешь? Так, давай, гипер. Я открываю. 30, наверное. Блять, это очень жестко. А прикинь, тебе сейчас реально ебанет под конец. Вот это будет очень. Можно, ну, это будет хорошо. Футболка донатер. Ковну, а, 7500 она стоит? Да, донатер 7500. Я делаю. Я думал, 750 тысяч, почему-то мне послышался. Не-не-не, не 3,92. Так, это мы сейчас гипер открывали? Да, гипер. Давай, 3, 2, 1. Ну, новинок, правильно? Да, новинок. Я предлагаю, что наконец, короче, по приколу твой кейс один. Да сам. Ну, надо, нет? Вот опять начинает, ты меняешь традиции, вот это вот, X5M. А что мне делать ты еще? А, я думал, ты это, я думал, ты заорал, что там что-то выпало. А что тебе выпало? X5M, E70. А, ну вот одинаково. Так, давай, гипер, раз, два, что, три. А, да, гипер. Бля, ну хотя бы вот... Ну, удиви, удиви. Не, у меня ничего, у меня говно какое-то. Старая Ешка 63. Е60. А мне 63. Ой, старая. Как дорого. Пиздец. Дорого. Давай, кейс новинок, читай. Новинок, давай. Раз, два, три. Блин, мне ни одного говна. Мне ни одного говна. А у меня не открывается что-то. А, вот открывается тут сейчас. Мне ни одного говна, понимаешь? Нет. Марк? Марк? Из всего говна Ешка выпала. Вау. Ну, у меня, кстати, первое говно. 10-й лансер. У тебя что, новинки есть лансер? 10-й, почему? А что он там делает? Не знаю. Прикол просто. Гипер. Ты считай. 3, 2, 1. Давай. У меня не сразу срабатывает почему-то. Я до сих пор. Только сейчас началось. Бля, почему Широн ни разу нигде не вертелся, я не понимаю. Ешка старая, мне их дохуя что-то выпало. СОС. Не. Такое. Там еще бабки-то есть? Давай, раз. А что сейчас? Новинок. Новинок? Да. Новинок, да. Раз, два, три. Блять, по-моему, конкретное унижение. Я, конечно, ничего не хочу говорить, но это пиздец какой-то. Широн вертится, Широн вертится. Реально?
Блять, капсула. Реально Широн вертелся? Реально Широн вертелся. Блять, а мы его не видели ни разу. Я поверил, я тебе отвечаю, я поверил. Фу, блин, напряженная хуйня. А мне в новинках ни разу он не вертелся, кстати. Я тебе отвечаю, на секунду поверил, что все уже. Гипер. Блядь. Раз, два, три. А прикинь, тебе вертелся, а мне сейчас выпадет в итоге. Вот это будет реально смешно. Не-не-не. А сколько, подожди, сколько мегейсов открыли всего примерно? Да хуй его знает, это шестая новая. Да хера уже. Это первый раз получается. Какой там шанс на Широн? Мне кажется, знаешь, 0-0-0-1. В КС нож выгоднее. Ну, не выгоднее, более вероятнее. Так, мне кажется, да, намного. Тебе что выпало-то из этого? А я не помню. Говно какое-то. Так, новинок сейчас? Да, новинок сейчас. Раз. Может, еще один Широн? Два. Я полез посмотреть просто. Три. Давай. Ну, нет, я его ни разу здесь не видел, реально. Мне кажется, я думал, вообще он здесь не бывает. О, четырка! Мне первый раз говно выпало. Мне первый раз типа дешевка. У меня тоже четырка, только японская. Не. Так, гипер еще хватает? Хватает. Так, давай. Три, два, один, поехали. Блять, где семерка BMW, пожалуйста? Можно? 918, 918. Мне камбэк нужен, мне камбэк нужен. Блять. Октавер. Спринтер. Опять ляма, ладно. Не, ну я думаю, что ты же, ну, вряд ли впереди сейчас меня. Какой нахер впереди, ты издеваешь? Так, мы сейчас что открывали? Впереди только, я не знаю, желтый открывали. Новинок сейчас. Раз, два, три. А, все, меньше больше. В смысле? В смысле? А как ты открываешь? У меня 15 с копейками там было, походу. S8, но это не в зачет, значит, получается. Это не в зачет. Точно? В смысле, подожди. Кто же выиграл? Подожди, стоп. У меня еще 1435. Как ты сделал? В смысле, у меня 15-100 было. Ты же, у тебя сколько было? 15 с копейками? 15 ровно. Ну, 15 ровно было. А у меня 15, по-моему, 100. А может, я, кстати, ошибся? У тебя 16 тысяч, короче, было. Бля, значит, ошибся. Ну ладно. Так, значит, S8 уже не в зачет получается, который мне сейчас выпало. Ну, ты попробуй еще два новинка, вдруг там. Ты думаешь? Типа не в зачет просто? Да, да. Блин, а вдруг это везение вот можно было бы оставить на следующий выпуск? Ну ладно, 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 хорошо. Новинок думаешь именно? Да, новинок. Ладно, ладно, сейчас. Вот мне кажется, будет вертеться. Ну, блядь, мне пока. Не, нету. Да, блядь, ну это у тебя только какое-то чудо там. Вообще тебе. А, Марк 2, Марк 2. Мне сразу говно посыпал. О, сразу говно, да? Так, и я. Это я, это у тебя вот это, короче, брал все говно, себе скидывал. Не, у меня не вертится. Не, 10-й эвик. Все, хуйня. Не, ну смотри. Не, могу, конечно, еще премиум открыть. Ой, люкс, точнее. Он хотя бы. Ой, премиум. А? У меня можно. Я только базовую могу открыть. Я говорю, хотя бы он вертелся, это уже. Я вообще в ахуе, что он тебя. Блять, премиум! Подожди, что, блядь? Подожди. Ну-ка. Блять, там Урус был, 918-й. Мне с базового гольф 7-й упал. Слышишь, что говорю? У меня в синем сейчас вертелся и Урус, и 918-й. Ну, выпала восьмерка. Кейс, получается. Восьмерка выпала. Че по номерам? По номерам, давай посмотрим. Так, сортировка. Зеркалка. Говно. Ну, такое. Зеркал. У меня только максимум зеркалочка. Ну, вот 900 есть. Не, ну это хуйня. Не, у меня зеркалок, типа, достаточно. 2 или 3, по-моему. Остальное даже по букву. Не, хуйня. Мне что-то ешек новых дохуя выпало. Вообще, ну это старое. У тебя и старых тоже дофига вроде. А, ну да, старых. Подожди. 12-х. Во. Вот, раз, два. У меня одна ешка. Не, ну, как ты думаешь, давай попробуем. Давай, это мне тоже интересно. Ну, я думаю. Сколько, типа, разницы? 30, ну, сейчас. Если мы открыть, обычно открываем там примерно 70. Давай я скажу 25. 25, не, я думаю больше. Я думаю 33. Ну, кто-то из нас, наверное, по крайней мере, близок. По крайней мере, близок. А там вообще 60, нахуй. Кстати, я не удивлюсь, мне вообще. Я тебе отвечаю, у меня типа 4 упала, там с кейса, наверное, 15-го только вот единственное. У тебя получается 4 и Марк, и все. А Марк типа за что разве был, я не помню. Ну, не, Марк, по-моему. Ну, я про 7. А, не, ну там, нет, что-то было, ну, типа так, да, вообще, так, более-менее нормальные тачки. Такое, пятый раз подряд. Пятый раз. В принципе, можно, и да, пол, уже. Да. Тут понятно, что все-таки я держал победу. В общем, друзья, предлагайте, какие тактики, может быть, какие варианты. Может, нам попробовать, кстати, по каждому, типа, пройтись, например, по каждому кейсу по 5 раз, например. Тоже интересно было бы. Типа, с базового, и вот все, и потом еще раз, еще раз. Хочешь, если спойлер, что будет? Мне из базы будет падать... Ну, крутые машины, а из гипера будет говно падать. Я так, а у меня так всегда и было. Я вообще не верил никогда в эти, типа, гипер-кейсы. Я не знаю, почему сейчас такая херня. Не, ну сейчас то, прям вот откровенно. Мне будет вести на дешевых, а на дорогих тебе. Да. Я все равно буду в проеме. В общем, друзья, если вам
До сих пор еще нравится эта рубрика, то поплыл пацан же под конец. То поддержите, пожалуйста, лайком эту серию, подписывайтесь на мой канал, если тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья. Пока-пока.